величаю тебе, Боже, величаю. Алілуя, я Спасителю співаю. Честь і славу тобі, Отче, віддаю. Усім серцем свого Господа люблю. Честь і славу тобі, Отче, віддаю. Усім серцем свого Господа люблю. Яке твоє ім'я величне, Боже, у всій землі і вище від небес. Хто з іменем твоїм зрівнятись може? Великий і премудрий Бог чудес. Схиляюсь у молитві на колі. Если утро начинается с улыбки, даже если за окном мокрый снег, слякоть и мгла, если дни проходят в ожидании чего-то прекрасного и светлого, значит, праздник Рождества приближается. Мы очень рады видеть нашу большую школьную семью в этом зале. Спасибо каждому присутствующему здесь взрослому и ребенку, учителю и учащемуся, и всем нашим гостям за то, что откликнулись на наше приглашение. Есть ли в зале те, у кого Рождество – самый любимый праздник? Не слышу. О том, любят ли наши ученики нашей школы Рождество, мы узнаем, послушав следующий музыкальный номер.
считается, что Рождество – это самый любимый праздник Вселенной. Да-да, благодаря Рождеству вся планета Земля имеет спасение. Я что-то не пойму, что здесь общего? Об этом нам расскажет наш директор Архангельская Татьяна Григорьевна. Вам слово. Приветствую всех на нашем празднике, посвященному самому главному событию в этом мире, празднику рождения нашего Спасителя. Я очень рада, что наш зал заполнен, что вы все такие красивые. Поэтому мы можем начинать. Итак, кто такой Иисус Христос? Что вы о нем знаете? Был ли он на самом деле? Можно музыку включить? А если бы был, то кем он был? Человеком, который умел красиво говорить? Может быть, он был просто пророком? Или все-таки он был Сыном Божьим? То есть Богом. Но если он был Богом, то зачем он пришел на землю человеком, да еще и позволил себя распять? И почему Бог позволил распять своего сына? И зачем ему вообще нужно было умирать? В чем смысл? Говорят, он взял на себя грехи мира. Да, но какие такие грехи мира он взял? И в чем это мир согрешил? И почему, чтобы оправдать мир, за него нужно было именно умереть? Если Бог есть любовь, в чем смысл? Миллиарды людей верят во Христа, но они не знают даже, во что именно верят. Они мыслят общепринятыми стереотипами и думают, что так их научили. Давайте попробуем разобраться, вернуться в начало. Вначале сотворил Бог небо и землю. Это была совершенная земля. На ней не было болезней, увядания, голода и смерти. Ей была незнакома зависть. Она не знала, что такое зло. Бог, обладающий бесконечной силой и движимой любовью, хотел сотворить существо, которое бы он любил и которое любило бы в ответ. Он сотворил пространство, время, материю, энергию. Он создал Вселенную и разместил в ней триллиарды звезд. Собрал звезды в галактике, и в одной из галактик он сделал Солнечную систему. И там он сделал планету Земля. В конце своих трудов он сотворил двух существ. Вы, конечно же, знали эти о них. Это Адам и Ева. Словно добрый родитель, которые заводят детей не ради какого-то корыстной цели, а ради того, чтобы любить и быть любимым. Но прежде чем сотворить людей, Бог сотворил совершенных духов, ангелов. Он наделил их немалой силой и большими возможностями. Они помогали ему в управлении с любовью и послушанием. И это был совершеннейший мир совершенного Бога. Мир, в котором не было бы зла. Но если бы появилось зло, мир превратился бы в хаос. Так и в мире Бога не могло быть зла. Так как бы малейшее зло привело бы к разрушению этого мира и принесло бы смерть на землю. Поэтому у Бога был закон, центральной мыслью которого было зло и грех – это смерть. Всякое существо, которое нарушало бы этот закон, должно было умереть, и это было бы справедливо. Но совершенный Бог продолжал существовать до тех пор, пока один из ангелов не стал любоваться собственным совершенством. Это был осеняющий херувим, совершенное существо. Он был четвертым в царстве Бога.
был невероятно красив и силен, но однажды в сердце его возгордилось, и он позавидовал Богу. Он не понимал, как столь совершенное существо, как он, должен подчиняться закону, ведь он и без того достаточно мудр, чтобы отличить добро от зла. Он считал, что этот закон вообще невозможно исполнить. Он возроптал на Бога и стал сеять дух недовольства у других небожителей. Он говорил, что если бы он был верховным правителем, он сделал бы все по-другому. Он обвинил Бога в том, что Бог ограничивает их, ставя в рамки какого-то закона. Он сказал, что Бог узурпатор и тиран. Он предложил свою кандидатуру вместо Вседержителя. Разве Бог не знал об этом? Он знал. Но если бы он убил Люцифера, тогда бы все поверили словам Люцифера, что Бог тиран и узурпатор. Но Бог есть любовь. В совершенном мире, где не было зла, никто не знал, что такое грех, что такое зло. Он оставил жить Люцифера, и он хотел показать, к чему может привести грех, что такое зло на самом деле и к чему оно ведет. И только потом он готов был избавиться от него раз и навсегда. Люцифер не мог уже занимать высокопоставленной должности. И тогда произошла война на небе, и треть ангелов, которых он увел за собой, должна была по закону умереть. И это было справедливо. Но вернемся на землю. Именно туда устремил свои взоры падший ангел. Он видел сотворенных Богом существ людей. Он видел, как Бог близок к ним, как Он любит их, и как они любят Его в ответ. Зависть и ненависть сковали его сердце, ведь он утратил связь с Богом. И он решил сделать все невозможное, чтобы и люди потеряли эту связь, так как ему не давала покоя любовь Бога ко всему сотворенному. Бог дал человеку один закон – всего лишь не есть с дерева познания добра и зла. Он дал свободу выбора. Он не хотел делать людей запрограммированными роботами. Но тогда бы это был не свободный человек. По-настоящему любовь невозможно навязать или запрограммировать. И Люцифер об этом знал, что свобода выбора – это слабое место человека. Даже совершенные ангелы не устояли под напором его речей. В тот день Ева отошла от мужа. Гуляя в одиночку, она зашла в глубину сада и наткнулась на дерево познания добра и зла. Люцифер уже ждал ее там. Используя змея как медиума, он заговорил с ней человеческим языком. Своими лживыми речами он заставил женщину усомниться в справедливости и правдивости Бога. Он сказал, что Бог хочет утаить от них некие высшие знания, познав которые они станут как боги, и познав которые так легко просто съесть запретный плод. И Ева съела и дала Адаму. Таким образом, человек ослушался и совершил грех, нарушил закон Бога. Наверное, Люцифер, ликуя, ворвался к Творцу и заявил: «Бог, человек, сотворенный тобой, ослушался, он совершил грех, а грех в твоем царстве значит смерть. Ты должен убить человека, иначе какой ты Бог, если не соблюдаешь свои законы?» И да, он был прав, Бог был поставлен в тупик. Но, друзья мои, он знал об этом еще задолго до сотворения людей. Еще, пожалуй, до того, как сотворил ангелов, он понимал, через что пройдут существа, которым дана полная свобода выбора. И он прекрасно знал, на что придется пойти ему самому, Творцу и Законодателю. Сатана был прав. По непреложному закону неба Бог должен был уничтожить все, что с такой любовью сотворил человека, землю и вселенную. Ведь грех как чума, достаточно к нему прикоснуться, и могут умереть миллионы. И земля была заражена грехом, но Бог любил человека. Он придумал ради него весь этот мир, эти миллиарды звезд, галактику, звездные системы. И у Бога был план. Итак, что же сказал Бог на обвинение сатаны, который требовал смерти согрешившему человеку? Бог ответил: «Мой закон требует смерти согрешившему человека, но я полюбил человека,
Поэтому я пойду и умру вместо него. Если один умрет за всех, значит, все умерли. И на землю родился Христос. Пришел, чтобы исполнить собственный закон, требования своего закона. Бог умер вместо человека. Вы понимаете? Теперь вы понимаете, зачем Христос пришел на землю? Чтобы спасти вселенную, чтобы спасти нас всех, чтобы спасти тебя и меня, чтобы вернуть нас себе. Бог хочет нас спасти. Сегодня весь наш праздник посвящен тому, чтобы мы до глубины души поняли, для чего пришел Христос и кому посвящен этот праздник. Сегодня в нашей сценке известная писательница расскажет о том, как Бог желает каждого из нас спасти. Каждая книга – это маленькая вселенная,
страницы, хранящие память прошлых поколений. О книгах я могу рассказывать вечно, ведь я писательница. Я создаю их. Они мои любимые дети. Некоторые люди, попав в водоворот жизненных ситуаций, изучают книги, стараются вникнуть в них, ища в них выход из жизненных ситуаций. Но большинство не вчитываются в них. Они стараются не впускать их в свое сердце. Почему? Главное, я думаю, это страх, хотя причин много. Ой, ты знаешь, лучше не попадать в такие истории. Ой, смотри, наши детки играют. Может, пойдем с нашими детками поиграем? Девчонки, вы не против, если мы будем с вами играть сегодня? Да, конечно. Супер. Так, тогда разлаживайте на всех. Ой, это наша любимая игра. Она же напоминает то, где мы были на этих выходных. Да. Как конечно. Вам в зоопарке было? Очень круто. Так, да, девчонки, ой, расскажите. Ой, а мне самое больше медведь понравился. А вам? Мне слон. А тебе, Маришка? Мне обезьянка, которая не двигалась, пока я не подошла. Она действительно была очень смешная. Так, держи. Сегодня я хочу поговорить о книгах, которые меняют нас. И это герои моей новой книги. Эту семью можно было бы назвать счастливой, если бы не разобщенность в вопросах веры. Олег, глава семейства, не разделял убеждения своей жены Людмилы и дочерей Дианы и Марины по субботам ходить в церковь. Он считал, что вера может его в чем-то ограничить, а Иисус для него был каким-то непонятным и далеким, как герой давно забытой сказки. Мамуль, а у нас есть что-нибудь вкусненькое? Вы что, серьезно уже проголодались? Да! Да. Конечно! Ну ничего себе! Давайте! Ну, у меня для вас есть вкусняшки. Яночка, давай договоримся так. Ты мне сейчас пойдешь и поможешь приготовить. Хорошо. Вот, а мы с Мариночкой как раз приберем все, что мы тут наделали. Давай, помоги мне, пожалуйста. Папа, кстати, сегодня в церкви мы будем выступать. Придешь к нам? Ай, Мариночка, я только приехал домой. Я так устал. Может быть, как-нибудь другой раз? Ты не обидишься, моя лапочка? Хотелось бы, чтоб ты пришел. Ой, как раз наши девочки уже приготовили, а мы еще тут не убрали. Давай, быстрее, быстрее. Так, мы уже несем вкусняшки. Все, мы тоже успели вовремя. Ну как, вам нравится такое? Да. Да. Ух ты! Девчонки, вы школа, все, уже каникулы начались, да? Контрольные да. все сдали? Конечно. Да. Какие вы молодцы у меня. Так, папа, наливай всем. Пап, у нас такая интересная в церкви программа. Выступаем мы с Мариной. Ты же придешь? Ну, доченька, ну ты же знаешь, я не хожу в церковь. Ну почему? Там же будет весело. А, давайте начнем наш вечерний праздник. Слушайте, мы так, конечно, вот все начали, а время-то подходит. Девчонки, вам пора уже одеваться на богослужение. Нет, 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 мы еще не покушали. Давайте покушаем, а потом вы все-таки решите, куда вам идти, не идти. Ну тогда давайте вначале помолимся. Давайте. Боже, благослови на эту еду, чтобы она нам пошла на пользу, чтобы она была вкусной. И благослови, чтобы папа пришел в церковь. Аминь. 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 Все, приступаем.
Все очень вкусно, правда? Да. Вы успели подкрепиться? Да. Тогда пора собираться. Наверное, у тебя сегодня был очень тяжелый день. Ой, ты знаешь, когда домой приезжаешь, это совсем другая атмосфера. То, что было там, осталось там. Я здесь отдыхаю душой со своими девочками. Такие классные. То есть ты все-таки немного успел отдохнуть, правда? Ну, да, есть, конечно. У нас дети такие милые, такие талантливые. Ты знаешь, сегодня у нас в церкви будет программа. И в этой программе наши дети участвуют. Может, ты все-таки пойдешь с нами? Ой, ну, давай не будем начинать. Я уже сколько раз говорил, что в церковь ходить нужна вера. Да и вообще Богу нет дела до меня. Почему ты так решил? Бог любит абсолютно каждого на земле. Нет человека такого, которого он любил хоть капельку меньше. Тут уже наши девочки идут. Ну, давайте я вас проведу. Девочки, как вы красиво нарядились, молодцы. Выступать будете замечательно. Хорошо, мы тогда пойдем. Ну все, скажите. Пап, может, ты с нами пойдешь? Ой, девочки, давайте я вас лучше проведу. Все, пока-пока. Вы знаете, там сегодня передавали плохую погоду. Может, останемся дома, продолжим наш праздник? Знаешь, любимый, какая бы метель и плохая погода ни была бы на улице, нас это никогда не остановит. Встреча с Богом состоится. Я так и знал. Ну все, ладненько. Всего хорошего вам. Будьте внимательны. Это был вечер, словно декорация к рождественскому фильму. Предновогодняя суета, тысячи улыбок и светящихся глаз от привкушения рождественского таинства. Маленький серебристый снежок, падающий с неба, заставлял детвору протягивать свои маленькие теплые ладошки, чтобы поближе рассмотреть это кратковременное чудо неба. Наши девочки отправились в церковь. Нужно обязательно написать главу о церкви. Thank you.
продолжении нашего богослужения мы приглашаем на эту сцену Салабай Софийку с песней «Чудовый день». Зайшов до мене, як промінчик сонця, на мій дитячий і маленький пальчик, сів дивовижний і невтомний зайчик. Моя душа радіє у молитві, хто міг для мене сонечко створити. Великий Бог, творець землі і неба, нам затишно і тепло біля тебе. Великий Бог, це ти створив і сонце, і блакить, і моє серце піснею летить. Великий Бог, тобі співатиму все життя, прославлю я твоє святе ім'я. Я на піску картину намалюю, все найдорожче, що в житті ціную. Матусю рідну і сестру, і тата, і здатність мріяти і відчувати. Зроби з паперу літачок казковий, пусти його, нехай летить до Бога. І як молитва лине синє небо, великий Бог, нам добре біля тебе. Великий Бог, це ти створив і сонце, і блакить, і моє серце піснею летить. Великий Бог, тобі співатиму усе життя, прославлю я твоє святе ім'я. Великий Бог, це ти створив і сонце, і блакить, і моє серце піснею летить. Великий Бог, тобі співатиму усе життя, прославлю я твоє святе ім'я. Прославлю я твоє святе ім'я. Прославлю я твоє святе ім'я. Ничего не получается. Ну что это такое в этом месте? Никак не могу пройти этот уровень. Это были два совершенно разных мира. И если бы мы могли посмотреть на мир духовными глазами, то мы увидели бы пропасть величиною с вечность. Ибо одни выбирали жизнь, а другие... Нет, они не выбирали смерть специально. Они просто предпочитали не замечать Создателя. Но
На этой прекрасной ноте мы объявляем небольшой перерыв, тем более, что на улице такая по-настоящему зимняя погода. Дорогие друзья, здесь без вашей помощи ну никак не обойтись. Поэтому мы приглашаем к участию весь зал, всех, кто здесь присутствует. Правила игры таковы. У нас есть большая снежка. Мы ее перебрасываем друг другу под музыку. Кто последний держит ее, показывает, музыка останавливается, тот снимает первый верхний листочек, читает задание. И все это задание должны выполнить. Готовы? Тогда ждем музыку. Все-все играют, и взрослые, и дети, все. Нам веселая музыка нужна. Оставляем, все оставляем. О, подходит? Да. Да? Ну тогда ловите. Быстрей. Не, мы перебрасываем, пока звучит музыка. Быстрей. Так, перебрасываем дальше, бросаем дальше. Бросаем. Так, вот. Разворачиваем верхний листочек. Давайте разворачиваем, я забираю. Давайте почитаем, что здесь написано. Давай, посчитайте вместе с залом до трех и подпрыгните. Так, все готовы? Встали. Итак, 1, 2, 3. И подпрыгнули высоко. Играем дальше. Ловите. Перебрасываем. Вот так. Ловите. Бросаем. Дальше бросаем. Стоп. Остановилась музыка. Разворачиваем. Читаем следующий листочек. Задание. Давайте я вам помогу. Я помогу. Тихо, не шумите, не кричите. Что там? Так. Так, стоп. Один кто-то. Кто хочет, кто умеет хорошо почитать? Да. Давайте, тихо. Софийка нам прочитает. Левому плечу рядом стоящего. Похлопай по левому плечу рядом стоящего. Все нашли соседа. Похлопали по левому плечу. Улыбнулись весело. Играем дальше. Так, ловите. Спасибо. Давайте быстрее, ребята, а то родители не поиграют. Вот, молодцы. Алекс, разворачиваем. Ну, Алекс будет сам читать. Аккуратно. Рождество. Да. На 3-4 мы вместе с вами прокричим слово Рождество. 3-4. Рождество! Молодцы, играем дальше. А кто у нас
снежок, вот летит обратно. Бросаем, бросаем. Так, идем с микрофоном. Дети, тут стоим. Дети, стоим на месте. Я иду с микрофоном. Так. Улыбнись. Улыбнись. Итак, улыбнулись просто. Все дружно улыбнулись. Молодцы. Туда можно. Играем дальше. Вот, прилетел и к вам снежок. Играем дальше, играем, играем, играем. Играем, ребята, играем. Так, все, стоп. Мальчики у нас считают в голубых рубашках. Разворачиваем листочек. Так, дети, стоим в центре. Итак, последнее задание. Давай в микрофон. Скажи рядом стоящему, Бог любит тебя. Рядом стоящему скажите, Бог любит тебя. Отлично. Все молодцы, супер. У нас закончились задания. Мы тихонько садимся на свои места. Садимся на свои места. Давайте спросим наших девочек, вам им понравилось гулять в снежке? Да. Конечно. Так, все. Тихонечко успокаиваемся. Все готовы успокоиться? Пришло время посмотреть, чем же закончилась наша история. Готовы? Тогда делаем тишину. Раз, два, три. На шутку разгулялась. Олег смотрел на усиливающуюся метель, и неясное чувство тревоги теснило его сердце. И только увидев в этой неудержимой снежной мгле птиц, он понял причину своей тревоги. Однажды в далеком детстве, возвращаясь с отцом из леса, он заметил много птиц, лежащих на снегу. Отец говорил, что зима сурова и не терпит шуток. С ужасом он, совсем еще ребенок, смотрел на маленькие замерзшие тельца, окоченевшие крошечные лапки, и горько плакал. С тех пор всякий раз, видя зимой беззащитных птиц, невероятная тоска снова сжимала его сердце, а невозможность помочь им делала его страдания почти невыносимыми. Вот и сейчас Олег делает все, чтобы помочь птицам спастись. Thank you.
Почему я не могу им помочь? Все дело в страхе. Кто ты? Я тот, кто знал цвет твоих глаз еще до твоего рождения. Тот, кто улыбался, когда услышал на небесах первое робкое биение твоего сердца. Я видел твою первую улыбку, и забота о миллиардах звезд не помешала мне сделать с тобой твой первый шаг. Кто ты? Я знаю, почему тебе сейчас так больно. Потому что в этих птицах ты увидел себя. Себя? Да разве я похож на этих несчастных? Ведь я им давал шанс спастись. Как бы хотелось мне стать птицей и указать, что мой дом не опасен для них. Ты думаешь, что, став птицей, сможешь убедить их послушаться тебя? Разве я не стучался к тебе в минуты размышлений и не говорил на языке твоей души, что я не опасен для тебя, и у меня ты можешь отогреться и получить долгожданный покой? Но ты боялся, и это мешало тебе увидеть мою любовь. В страхе нет любви, а в любви нет страха. Она занимает все – и разум, и душу, и сердце, потому там просто не остается места для страха. Именно поэтому люди боятся мне ответить взаимностью. Они чувствуют, что моя всеобъемлющая любовь начнет разрушать их привычный мир тревоги и беспокойства. Страха, который обманом навязали тебе, заставив поверить, что это и есть твоя сущность. Страха, который живет в каждом биении сердца, говоря: «Ты одинок и беззащитен. Никто не позаботится о тебе». Именно поэтому человек так держится за ветхое. Он привык, что он никому не нужен, кроме себя. И это знание порождает самую страшную вьюгу сердца – неверие. Все, к чему оно прикасается, погибает, как от лютого мороза. Дружба, любовь, семья, стремление. Оно не знает пощады и равнодушно к слезам. Ну неужели нет никаких средств, чтобы это все изменить? Для этого я и пришел в мир, чтобы растопить этот лед неверия. Появился, чтобы отогреть душу твою, обнять ее и сказать: «Не бойся». Больше тебя никто не обидит, никто не похитит тебя из руки моей. Никакое коварство не коснется тебя, если ты доверишься мне. Господи, прости. Прости, что не слышал твой голос. Прости, что отвергал твою любовь. Прости. Это и есть настоящее чудо Рождества. Вместо смерти – жизнь. Вместо вьюги и одиночества – солнце правды. Вместо слез, горя и страха – благословение и любовь. Что ж, моим героям надо помочь встретиться. Олег точно знает, где сейчас его семья. Я знаю, что я сейчас сделаю. Конечно же, он направляется в церковь, к
где сейчас звучит всем знакомая мелодия. Прекрасна песню «Тихая ночь», и мы предлагаем вам вместе с нами ее сейчас спеть. Тихая ночь, дивная ночь, дремлет все, лишь не спи, благоговенье святая чета, чудный. Спасибо тебе, Господи. Это еще не конец истории. История этой семьи только начинается. Наверх. Некуда наверх. Пусть это Рождество познакомит вас с главной книгой вашей жизни. Пусть в вашей жизни случится обязательно настоящее чудо Рождества. Thank you.
то я ось повещу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні, добрі люди, народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Яскраву ніч Різдва Христа на землю погодать прийшла. Сейчас мы приглашаем нашего капеллана школы Верещак Виктора на сцену, пожалуйста.
Я очень благодарен родителям, очень благодарен всем учителям и благодарен Богу за это чудесное представление, за то, что столько талантов, столько радости, столько выступлений было посвящено этому прекрасному празднику Рождеству. И мне бы хотелось подвести некоторую черту, две минуты, для того, чтобы показать, какие четыре истины были выражены в сегодняшних выступлениях. Я хотел бы первое сказать. Первая истина Рождества – это не громом, а любовью. Не громом, а любовью. Потому что Бог покоряет сердца любовью. И тогда Он пришел для того, чтобы человечество ощутило нежность этой любви. Он не явился со скипетром власти на небе, с громом, в сопровождении множества ангелов, чтобы таким образом показать все свое давление и силу. Но Он явился в яслях. Второе. Рождество – это мост через пропасть, которую проложил Господь благодаря Своему Сыну, чтобы мы могли познать Своего Творца. И третье. Рождество – это Божье откровение о себе и о своих намерениях о человеке. И поэтому апостол Павел в середине первого века, он говорит, что Бог многократно и многообразно говорил в пророках отцам, но в последние те дни говорил в Сыне Своем. И последнее. Рождество – это доказательство. Когда вы склонитесь мыслями над яслями Христа, вы увидите доказательство Божьей любви. И это есть то, что невозможно окончательно вместить в свое сердце. Божья любовь, она не может вместиться в наше сознание, понимание. Мы можем только пользоваться ей, мы можем только откликаться на нее и говорить Богу «да». Поэтому сейчас, если вы испытываете чувство благодарности за Рождество, мы могли бы выразить его в молитве, если вы не против. Я бы хотел попросить, если вы с уважением относитесь к этому событию, давайте мы поднимемся и скажем Богу слова благодарности. Наш Небесный Отец, мы так благодарны Тебе за то, что Ты выразил свои намерения, свою чуткость, сострадание, свою любовь и самые лучшие надежды для нас выразил в Сыне Своем, который так кротко явился на нашу землю, который не имел никаких преимуществ пред нами, чтобы мы, Господи, могли увидеть Тебя рядом с нами. Ты с нами, Господи, и мы хотим никогда не сомневаться в этом. И сейчас прими нашу искреннюю благодарность за Твою вечную любовь, за Твое спасение и надежду. Мы благодарим Тебя, Господи, что благодаря Тебе мы имеем эту радость, мы имеем детей, внуков, мы имеем друг друга. И мы, Господи, все имеем надежду Твою. И сейчас, Боже, мы хотим, как и раньше, просить Твоего благословения. Потому что без Тебя, без Твоей любви и чуткости мы будем черствые, грубые. Без Тебя мы, Господи, не сможем мудро поднять и воспитать наших детей и внуков. И мы так нуждаемся в Тебе, чтобы Твой мир был в нас и в сердцах наших детей. И сейчас, Господи, мы просим Твоего особого благословения. И пусть Господь благословит благословением Своим и Слово Божьего каждого здесь стоящего. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир. Аминь. Присаживайтесь.
Наша школа тоже изучает Слово Божье. И на библейских уроках, которые я преподаю, мы проходим курс изучения Библии. И два ученика из 44 изучающих уже этот курс закончили. И церковь наша хочет поздравить этих выпускников этих курсов и подарить подарки Библии. Поэтому на сцену я сейчас приглашаю Анечку Панкову. Это свидетельство об окончании курсов и Библия. На сцену приглашается Жилякова Лиза. Ждем ее. Поздравляю, Лизонька. Вот свидетельство и Библия теперь твоя. Ну что, наши дорогие друзья, наши родители, дети, все, кто посетил наш чудный праздник. Наш праздник уже подошел к своему завершению. Но я уверена, что наши детки еще чего-то ждут. Ребята, вы еще чего-то ждете? Вы еще чего-то ждете? Да, сегодня такой изюминкой на тортике, такой прекрасные подарочки получат все детки. Но я вас очень прошу, родители знают, кто должен выйти. Детки, с родителями которых мы договорились, прошу выйти на сцену. Все, особенно младшая школа. Все, выходите, конечно, скорее, быстренько. И аккуратненько становитесь на сцене. И сейчас мы начнем торжественно выдавать сладенькие, вкусненькие подарочки. Посмотрите, какие у нас прекрасные ребятки. Посмотрите, какие они чудесные, красивые. Елочки, такие елочки, но снежинки, они просто восхитительны. Ну и мне нужны старшеклассники. Прошу вас, старшеклассники, помогите-ка мне раздать подарки. Бегут наши старшие, наши надежные, наши умные. Берут елочки и раздают всем деткам. Вон там. Старшие, где мои? Вот они. Скорее берем елочки и раздаем ребятам. А ребята приготовили ручки для того, чтобы принять подарки. Мы сделаем красивое общее фото таких вас красивых и нарядных и с подарками. Помоги вас. Да, они одинаковые. Ну что, друзья, у всех уже в руках? Еще нет? Вот такие у нас старшие ребята. Быстрые и шустрые. И они легко справятся с этим заданием. Колечко,
Какой приятный момент! Какой приятно сладкий момент! Еще несем, еще несем, да. Еще есть пустые ручки. Ребятки, кто без подарков, поднимите, пожалуйста, ручку, чтобы мы могли вас увидеть. Дашенька, с той стороны. У всех в ручках должна быть вот такая красивая новогодняя елочка. Уже все с подарками? Да, но тогда нужно сделать праздничную фотографию с подарками. Давайте сделаем. Да, ребята, там кто дальше может свои елочки поднять. Только не так, чтобы закрывать друг друга. Ну, а мы можем сделать праздничную фотографию. Два, три. As fall rides off in the sunset, I sweep the snow from my doorstep. I just can't help but stop and grin. It's like I'm Те, кто сзади, спускайтесь вниз, садитесь перед первым классом. Ребята, те, кто сзади, просим спуститься вниз и сесть со своими подарками вот здесь. И у нас получится такая теплая рождественская новогодняя фотография. Серединка вся стоит. А вы скоренько-скоренько вот здесь. Девчата, идите сюда. Быстренько-быстро. Давай-давай-давай. Пятый класс, пройдите сюда. Скорее, вот сюда. Мальчишки, присаживаемся на пол. Быстрее. Быстрее присаживаемся на пол. Скорее, скорее. Вот здесь, друг перед дружкой. Марк молодец. Девчонки, вот так раз и присели. Раз и присели. Вау. Аришка, давай вот сюда. Как здорово. Да-да-да-да-да, чудо, 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 молодцы. Ну, родители, а теперь фотографируем. Класс подходит к своему классному руководителю. И всем добрых рождественских новогодних выходных!
Прошу всех учеников подойти к своим классным руководителям и получить табель. Табель успеваемости. Средняя школа, пожалуйста, к своим классным руководителям. Подойдите к классным руководителям. It's beginning.